Тила заставила меня влететь в самые разрушительные отношения в моей жизни. Вот такой комментарий очень классный я получила на последнее свое короткое видео. Отвечаю. Задачи у отношений бывают разные. Есть такой термин, который ввел Рау Руху, называется генетический императив. То есть у вида нашего, да, то есть Homo sapiens, есть задача выжить. Да? Каждый вид для того, чтобы выжить, ему нужно развивать свою адаптивность, да? Развивать новые какие-то качества и мутации. И для этого ему нужно разнообразие. Гены ищут того, кто совершенно от нас отличается. И, как правило, с ним не получается, так сказать, жить долго и счастливо и умереть в один день. И к этому нужно ок относиться абсолютно нормально. Просто нам нужно научиться не западать, как бы, да, и из ума как бы не строить трагедии по этому поводу. Вторая вещь, которую мы путаем в отношениях, это когда мы электромагнитные наши притягательные силы, да, притяжение есть такое понятие, опять же, в дизайне человека. Кому не знакомо, пишите в комментариях, сниму ролик, объясню, что это такое. Путаем тоже с любовью. Все-таки мы понимаем, что авторитет нас ведет, да, и не всегда он ведет для того, чтобы мы эту историю свою личную рассказывали как только позитивный опыт. Например, люди с открытым G, да, как у меня, они пришли сюда изучать отношения. Они изначально не знают, что такое хорошо для них в отношениях, а что такое плохо. И, естественно, как исследователи, вряд ли им авторитет предложит выборку только из удачных отношений. Они должны будут пройти свой путь для того, чтобы по итогу как бы, да, составить какой-то свой вектор в этом вопросе. Точно так же я могу сказать, как человек с открытым G. У меня сейчас третий брак, который длится уже 16-й год. А до этого как раз я была в большом изучении. Мне есть что вспомнить не очень приятного.